обращение для всех 800 офисов, которые есть у финансовой группы «Лайф». Второй вопрос, Алексей. Второй вопрос, Леша, на чем зарабатываем, а если кто собирает? Вопрос, кто собирает, я удаю. Я расскажу, чему умею. Самое главное, что партнерство с компонентом не ограничивается только историей, что здесь находится процесс. У нас огромнейший спектр работ, начиная от совместного R&D, где после Барселоны мы встречались с большим количеством клиентов финансовой группы. Мы представили порядка 40 форм-факторов, которые клиенты с разных сторон рассматривают. В результате мы выбрали именно такую конструкцию, которую выбрали наши клиенты. Это первая история. Intel нам помог адаптировать технологии, которые уже есть, к тем форм-факторам, которые выбрали наши клиенты. Это первое. Второе. У нас вместе с компанией Intel целая программа поддержания и выстраивания системы качества, начиная от того завода, где все это производится. И в отличие от большинства устройств, контролируется 100% всех устройств, которые сошли с конвейера. Уровень брака мы планируем, что с новым устройством будет на порядок ниже, чем у существующих аналогов на рынке. И третий очень важный момент в том, что мы с программой с компонентом совместно реализуем программу обучения и помощи среднему малому бизнесу, где мы рассказываем о том, каким образом данное устройство может быть интегрировано. По поводу дохода. Это вот та самая история, которую выделил Слава, это длинный хвост. Это когда мы помогаем нашим клиентам в их бизнесе и в их лайфстайле использовать планшет, и при этом наши партнеры, вместе с нами, предлагая премиальные сервисы, продают эти сервисы клиентам и делятся этими доходами с нами. Смотрите, что здесь важно понимать, просто очень часто Алексею мне задают вопрос. Может быть, мы продаем планшеты в кредит. Может быть, когда человек, не знаю, через Booking.com или Островок, или Anyway Day покупает билеты или бронирует отели, может быть, там каждая выдача на чуть-чуть денег повышается, и клиент покупает дороже. Нет. Вы купите билет, забронируете отель, купите холодильник, смартфон через приложение. Вы можете это просто ради интереса взять сейчас LifePad, поставить рядом там компьютер, положить рядом смартфон, везде будет одна и та же цена. Нигде нету там зашито каких-то кредитов, планшетов, рассрочку, упаси Боже, это вообще прошлый век. Реально, если вот цинично свести, в чем здесь заработок? Это у каждой компании, которая выходит на рынок, есть какие-то маркетинговые расходы на то, чтобы достучаться до своего клиента. LifePad — это уникальная инфраструктура, достучаться быстрее и эффективнее. И те расходы, которые эти компании производят, мобильные приложения, или предоставляют услуги сотовой связи, или производят игры, и в них продают какие-то артефакты своим заядлым игрокам, они просто делятся с нами этими маркетинговыми расходами, но это ни в коем случае, это принципиальная для нас ценность, никогда не перекладывается стоимость наших действий на клиентов. Клиент везде с любого устройства, будь то LifePad, любое другое, увидит одну и ту же цену. Единственное, куда она может понижаться, это вниз. И в этом, например, преимущество партнерства с компанией МТС, оно и с точки зрения там, объема трафика и качества предоставляемых услуг, и с точки зрения ценообразования, это лучшее предложение на рынке клиентам планшета.